На днях по всему Кабельскому району руководство компании «Сахаэнерго» провело внезапные рейды по должникам с участием представителей полиции и администрации муниципальных образований и контролеров энергосбыта. Подробнее об этом рейде расскажут мои коллеги. Каждый месяц около 20 контролеров «Сахаэнерго» по всему Кабельскому району проводят рейды по выявлению несанкционированных подключений. В день рейдов в поселке Сангар на заранее отмеченных участках работало 3 группы. Объезды в основном были проведены по проблемным абонентам и ранее отключенным от электроэнергии потребителям. Были выявлены несанкционированные подключения ранее отключенных абонентов. Вы, наверное, обратили внимание, что это люди из ряда социально неблагополучных, которые ведут аморальный образ жизни. Мы составили акт, произвели отключение. Эти абоненты находятся на контроле. В основном сверхнормативные потери складываются именно из-за несанкционированных потреблений электроэнергии, а также из-за безвозмездной выработки электроэнергии на подъездные освещения. Лишь единицы потребителей относятся к этой проблеме с пониманием и производят оплату за коридорное освещение. Рейды проводятся ежемесячно, поэтому дисциплина абонентов более стабилизирована, штрафы пугают абонентам, и в последнее время хищение электроэнергии сократилось. Мониторинг данных рейдов показал, что если бы не социально неблагополучные абоненты, то картина по должникам намного бы улучшилась. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.